Sonic Boom. Умираю с голоду. Следующая остановка — город Обжор. Население — мы! Эй, куда лезете? Я первый пришел! Еще чего, яйцеголовый, мы ждали! Вообще-то, широкогрудый джентльмен с роскошными усами пришел сюда раньше вас. Что? Серьезно? Давай не будем скандалить. Смотри и учись! 1-0 пользу Эггмана! Мы сами с усами! Вкуснятина! Вам нравится? Ох, да! Ваш заказ еще не готов! В следующий раз поторопись, Соник! Ваш заказ. 2 двойных бургера с экстра порцией огурцов. Я же просил без огурцов. Какой прекрасный день! Я Дэйв. Я ваш большой поклонник, сэр. Я изучил все ваши атаки. Маневр с пчелоботами, маневр с логовом, маневр маневров. Ах да, рискованно. Ты мне нравишься. Хочешь стать моим интерном без оплаты? Это честь для меня, бесплатно работать на вас. А я уже говорил, что ты мне нравишься. О, я правда здесь. С чего мне начать? Хотя ты всего лишь стажер, я хочу поручить тебе одно дельце, которое я не доверяю Орбиту и Кьюбиту. Вымой туалет. Вымыть туалет? В закусочной нужно стать менеджером, чтобы делать это. Вам следует поучиться у этого парня. Этот новый интерн не внушает доверия. Боюсь, что на фоне его энтузиазма разнорабочего мы выглядим блекло. Да, из-за него мы кажемся никчемными. Присосался похлеще моей кузины Сюзанны, а она пылесос. Кьюбит! Кьюбит! Кьюбит, куда ты пропал? Кьюбит, ты здесь? Надо же! Я мог создать робота для работы по дому, но неоплачиваемый труд греет мне душу гораздо больше. Что это? Старое устройство конца света. Потрясающе. Держу пари, оно могло бы уничтожить сотню миров. Ну, сотни вряд ли, но если подключить блок питания, то один-то точно. Доктор Эггман, сэр, Кьюбит, его разобрали. У меня нет на это времени. Ты что, не видишь? Я наслаждаюсь общением со своим стажером. На чем остановились? Ах да, ты восхищался мной. А вы собирались уходить. Вот он, обратный поляризатор. Он меняет направление любой силы. Видимо, Вантус нам больше не нужен. Привет. У меня странная просьба. Вы не могли бы собрать моего разобранного друга? Отличная работа! А теперь почисти роболоток. Вообще-то, доктор Эггман, теперь, когда вы считаете меня своим протеже, я надеялся получить более злодейский опыт. Например, придумать вместе с вами злодейский план. Могу я подкинуть пару идей? Слушай, Дэйв, ты ужасный парень, и это здорово! Но если хочешь чего-то добиться, начинать надо с подножия злодейской лестницы. Но я 1.5 года работал в индустрии быстрого питания. Давай подождем еще 2 недели, идет? 2 недели? 2 недели? Я не могу сидеть здесь, сложа руки. Я вам не мехбургер. Немедленно выходи оттуда! Нет! Я докажу вам! Я все равно стану злобным гением! Дэйв, что там происходит? Ничего! Прекрати сейчас же, молодой человек! Это мое устройство конца света! Тогда вам не стоило оставлять здесь блок питания! А мне не стоило прятать его у себя в штанах! Но тебе нет штанов! Тогда что это за карманы?
Надеюсь, это не то, о чем я подумал. Зависит от того, думаете ли вы о вашем устройстве, которое я активировал. Вообще-то я думал о прессе для сэндвичей, но это еще хуже. Руки прочь, братишка! Ура! Он работает. Кьюбот, что с тобой произошло? Это Дэйв. Он разобрал меня. И мне это не понравилось. Значит, активировал мое устройство. Я покажу тебе. Из логова Эггмана поступают два странных сигнала. Что за сигналы? Судя по тому, что источник энергии очень мощный и нестабильный, это устройство конца света. Точнее, два. Чтобы ты знал, я запустил собственное устройство конца света. Оно способно уничтожить миры побольше, чем этот. Игра окончена, Эггман. Отключай свои аппараты. Отключить? Кто ставит выключатель на машину для уничтожения? Да, логично. Плохие новости. Выключателей нет. Еще бы. Кто ставит выключатель на машину для уничтожения? И что теперь? Вариант рискованный, но других у нас нет. Если мы увеличим выход энергии на обоих устройствах и заставим их вибрировать с противоположной частотой, они могут нейтрализовать друг друга. А теперь на секунду представь, что я ничего не понял. Заставь Эггмана увеличить мощность его устройства, а я займусь Дэйвом. Простите, мы закрыты. Стоп, это не закусочная. Что тебе нужно? Я пришел помочь. Мне не нужна твоя помощь. Видимо, нет, если тебе все равно, что Эггман уничтожит мир побольше, чем ты. Ни за что. Подлети к соседнему окну. Эггман! Дэйв зарядил свое устройство 1000-вольтными батареями. Высоковольтные батареи? Ну, я ему покажу. Часы. Ты не голоден? Нет, не отвлекайся. Я приготовлю тебе ланч. Что это? Ты раньше никогда не делал сэндвичи с джемом и арахисовым маслом. Масло нужно намазывать оба куска хлеба, иначе они размокнут от джема. Ясно. Понял. Конечно. Ты ведь порезал его на треугольнички? Секунду. Корочки! Разве об этом нужно напоминать? Ой... Порядок. Устройство Дэйва готово. Как ваши дела? А, продвигается. О, да, совсем другое дело. Надеюсь, сработает. Что за дела? Отлично! Получилось! Это еще что? А, так гораздо лучше! Должно быть небольшая разница в мощности! Не будем показывать пальцем. Главное, как вернуть все обратно. Знаю! Мой обратный поляризатор. Если подобраться поближе, можно обратить гравитационное притяжение и заставить его закрыться. Но... Но если ты не успеешь, тебя навсегда затянет в черную дыру, а жизнь закончится. Не успею. Ха, ты забыл, с кем разговариваешь. Mm-hmm.
Все еще думаешь, что Вантус справился бы лучше? Ах ты, мелкий гаденыш! Твоя стажировка кончена! Ты уволен! Но вы же дадите мне положительную характеристику? Пошел вон! Вы двое! У меня есть для вас задание! Мы снова в строю! Вымойте туалет! Они заплатят за это! Они все заплатят! Картошку хотите? Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».